И всем привет, с вами MC Nintendo, и многие из вас когда-то мечтали сочинить свою композицию. Но проблема в том, что у вас нет или дома инструментов, или вы хотели виртуально создать какую-нибудь, и нашли какую-нибудь нужную программу, или вам лень для нее качать, искать и так далее. Вот, но я вчера буквально полазил, что-то мне делать нефиг было, и я какую-то программу нашел. Вот, не программу даже, а как приложение. В ней можно создавать свою музыку. Вот, к примеру, скачал Hip Hop Cube. Здесь, как это сказать, программа такая, заложена звуки, которые можно производить на разных инструментах. И нажав кнопку любую, вот я сейчас нажму, допустим, Е. Так, А. Будет производить какой-то звук. Вот. Здесь можно сочинять различные композиции на ваш вкус, цвет и всякое такое и прочее. Вот, у вас в распоряжении целая клавиатура, вы можете просто вот так вот кликать по ней. Вот, да. Будет такое, как хаос, без разницы, у кого можно какое-то произведение, пальцы хорошо лягут. Вот, но не суть. Скачать эту программу вы можете по ссылке в описании. Сначала вас выведут на этот сайт. Сайт на английском, если вы, ну, тут ничего сложного нету, вот вам будет, как... как ссылочки. Нажимаете сначала вот на Adobe Air. Нажимаете на него, и вас выйдет на официальный сайт самой компании. Кто не знает, эта компания еще производит также флешплеер, с помощью которого вы сейчас смотрите это видео. Также очень много, также вот открываете как флеш-игры на компьютер, тоже с помощью вот этой программы, этой компании программ. Вот, скачиваете, вот видите, я скачивал, устанавливаете, и потом скачиваете любой из вот этих кубов, допустим, давайте вот я сейчас вот этот, ну, не куб, можно любой, только вот когда вот скачиваете, смотрите, чтобы формат Air, потому что когда я скачивал, допустим, вот как его зовут-то? Да, забыл сейчас. Барабаны. У меня выдавало почему-то антивирус, выдавал ошибку. Ну, якобы вирус. Сначала писал то, что очень редкий файл, потом выдавал вирус. Ну, не знаю, может быть, это просто там что-нибудь сделали в процессе заливки. Но, честно, не знаю, что такое. Но у меня работает, вирусов никаких нету. Вот. Ну, смотрите обязательно Air. Вот так вот я просто это. Нажимаете. Установить, я здесь читаю, но просто то, что нет данных об этом, и доступ к системе ограничен. Вот, нажимаете там, создать игрок на рабочем столе, запустить после установки, и когда устанавливаете, продолжаете. Разрешаете, допустим, если вы, естественно, с своего компьютера, потому что на школьном компьютере вы это не установите. Окей, вот мы зашли, и нам музыкальный такой, как, не музыкальный, а так, сопровождение. Подождем, пока сейчас меня антивирус проверит, потому что песочница запущен. Запускается, ну, любая как. Майнкрафт тот же самый, запускается в песочнице. Продолжите выполнять. Вот, давайте нажмем сюда, Shotgate. И нажмем что-нибудь. Давайте. Не знаю, что нажать. Ну так, дальше что тут есть. Очень хорошо в бас-наушниках сидеть. Вот у меня сейчас именно такие. Очень хорошо слышны звуки эти все. И очень приятно воспринимается. Ну, особенно у кого вот, кто любит такое. Для тех, кто любит, ну, что-то типа рока. Что-то наподобие. Так, давайте все подвинем. Есть также, ну, на всякий вкус есть дабстеп. Есть вот какие дабстеп. Давайте, чтобы... Гейп. Ой, очень неприятные звуки. Ну, я сам люблю дабстеп, но тут нет таких звуков, чтобы создать, ну, такую как композицию. Тут тоже, конечно, в этих не создаешь хорошую композицию. Но все же. Дальше есть гитара, бас тоже. Так, давайте перейдем так аккуратненько. Заденем ее. Если мы потише сделаем. Потому что там немного глохну уже с этого.
Вот 50%. Ой. Что такое значит? Ну. Да, не получается у меня. С гитарой я никогда не дружил, что в виртуальной, что в реальной жизни. Ну, в виртуальной жизни. Ой, на компьютере. Вот, дальше есть... Buttonbass.com. Вот. Многие знают, вот... забыл, как называется композитор. Ну, давай сейчас вы можете узнать по мелодии. Вот тоже можно воспроизвести такие звуки. Очень замечательные мелодии, мне очень нравится. Вот. Воспроизвести я как-то пытался. Ну, да. Вот что-то подобие. Ой, получилось, да. Дальше тут есть 8-битное пианино. Тут больше такие звуки, как Dendy, Nintendo тех же самых. Эта игровая приставка такая есть. Ну да, вот так вот. Вот, но мне вот очень понравились вот эти хип-хоп клип. Тут можно разные такие басы, эти. Также вы можете, допустим, здесь сочинить какой-нибудь текст, если, допустим, вы хотите записать какой-нибудь там трек на... Вы даже не знаю, ну на YouTube просто чего-нибудь трек, тот же самый там, сочинить какой-нибудь рэп, там всякая такая фигня. Ну, всех разные. План на это. Вот. И хотите создать мелодию, также вы можете здесь создать ее и записать. Но я вот не знаю, как насчет этого. Что-то записывается. Да. Вот, вы можете это как-то сохранить, что ли, или что, я не знаю. Вот, не проверял, но давайте нажмем, что это значит. Так, магазин Google Chrome. Я буквально скачал, просто решил разобраться. Ну, это можно скачать также вот с Google Chrome, тут показывается. Естественно, отзывы, подробности, похожие. Вот. Ну, ладно, это не суть. Вы, наверное... А, я не помню, включал я или нет. Давайте что-нибудь сейчас наберу тут. Вот. И также я жду от вас, вот, если вы скачали, если вам понравилось, какие-нибудь свои композиции, ну, то, что вы сочинили. Я очень с удовольствием это послушаю, и даже если очень будет хорошая композиция, с вашего разрешения, я ее поставлю в какое-нибудь из своих следующих видео. Давайте что-нибудь сейчас включим. Нажимаем Enter и сбросим это все. Вот сюда нажимаем, да, и все это сбрасывается. Все звуки, если вам вы не видите или вам лень их отключать. Вот. Ну что ж, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.